Здорово, здорово, друзья. Дядя Сережа с вами. Сейчас будем разыгрывать 5 мест. 5 мест протеинов. Так, что нам надо? Это перископ. Так, а где приложение? Где приложение? Приложение, приложение. Опять нет приложения. Игры. Выбирать, да, Здорово, здорово. Здорово. Как у вас дела? Так, ты можешь еще успеть сделать репост из моей группы. Блин, как выиграно здесь? Алло, выбирайте. Мои игры. Сейчас говно. Какие мои игры? Где, блин? Такой качок не можешь найти приложений. Уведомления какие-то. Что за хрень вообще? Где Дашенька эти самые? Покер Стар есть, я вижу. Где еще? Приложение, где? Вижу приложение. Здорово, Никита. Здорово. А? Кто мне скажет, где? Ты зайди в группу, он пишет. А кто призы отправлять будет? Привет, привет, ребят. Никит, привет. Выбирайте. Лисница, привет. О, приложение. Все, я нашел. Молодец, Танечка. Видишь? Нашел приложение. Так. Оп. Что это такое? Веб-страница недоступна. Вот говно. Это Обновиться. случайно победитель надо. Случайный. Сколько мне лет? Мне 25 всегда. Или 26, 26 Случайный. будет. Привет, Он привет. Парень пишет, я победил. случайный победитель Нет, приложения. дождей нет уже. Дождей пока нет вроде. Борисов, привет. Вы самая Спасибо, очень нам приятно. симпатичная пара. Отлично. Так, что? Сюда заходим. Где? Вот у нас. Приложение с 1000. Сколько там? 600 с чем-то репостов. 1600 человек участвует. 5 призов мы выбираем. И пятое место у нас сейчас будет. Так что напоминаю, что, друзья, что люди с фейковыми страницами в конкурсе нашем не участвуют. Вот. Сейчас будем смотреть, искать. Ну, давай, грузит, грузит. Все долго. Отдыхается нормально. Поют сверчки. Нас Малайзия пригласили, говорит, это недалеко. Малайзия. Ну, конечно, все уже об этом знают, ребят, ну что же, очень соболезненно. Очень жаль. Очень, Щелчок, да, очень ребята? жаль. Оп, не сработал. Здорово, здорово. Друзья, наверное, виснет, потому что загружается чертово приложение. Так. Здорово, здорово, брата. Так, что это самое? Что-то подтупило. Опять ура, я выиграла. Таиланде супер. Все очень круто. Так, что-то подтупливает, блин. Липецк, привет. Таиландский интернет. Привет, Украине. Принц тут гуляет по своему балкону. Так. Мы в Тае, наверное, еще 3 недельки. Получить участников. Вот. Ну, давай, догружайся, что Привет, они привет. не могут, блин, там догрузиться. Погода супер. Ну я же вроде выиграл. Он там все пишет. Ты же вроде выиграл. Ну-ка, не работает что-то. У меня ник не соответствует имени. Это фейк, он спрашивает. Надо было сайт в Гугле набрать. Что за сайт? Там авторизация ВК. Спасибо, очень приятно. Авторов организация.
Что-то не пашет. Случайно победитель. Давайте. А, да, гугли попробуем сегодня. Можно еще один. Спасибо большое. Хватит меня смущать, я уже красно стою. Случайный. Привет, Украина. Победитель. Это вообще приложение есть. Да не фейк, наверное, да? Если ник не соответствует имени. Какой ник? А какой ник у тебя? Напиши сюда, чтобы мы поняли. Что такое? Напиши свой ник, чтобы мы знали. И напиши, как тебя зовут. Чтобы все было честно. Прямо сейчас в перископе. Запустить приложение. Так. Сейчас дам. Нет, в Екатеринбург мы не собираемся и не соберемся. Ссылка на конкурс. Сейчас, все. Создание конкурса. А что, как она определит? Смотри, вот смотри, он пишет тебе ссылку. А, о, подожди. Конкурс. Да нормально, я нашел приложение. Вроде. Саудикап! Саудикап! Тебе тоже не собираемся. Саудикап! Капун кап кап. Короче, 5 победителей будет у нас место разыгрываться справа. Вот здесь будет 5, 4, 3, 2, 1. Так, проверка на вступление в группу, да. Проверка на наличие репоста, да. И ребята, которые фейковые страницы с какой-нибудь... Сейчас, подожди, дай Батя-то наберу, пусть тоже сделает репост. Че? Что-то выиграл. Оп, поехали. Сейчас посмотрим через приложение. Так, ну вот этот, наверное, скорее всего, не будет участвовать. Так, смотрим 5 место. 5 место. 30 привет, привет. Да? Привет. 5 место, давай разыграем. 5 место. 5 место. Получает. Ну все, уже все. 5 место, вот. Репост. Как его зовут? Репост сделан. Алексей. 5 место. Алексей. Фан-фан, Алексей! Все хлопаем. Так. А что он получил? Сейчас подожди, надо посмотреть, в группе он есть или нет? Я посмотрел. Инона Обломова у нас 4 место. И смотрим вступление в группу. В группе она состоит. Лично что-то репостит. Делай репост, вот, и, в принципе, сделал, молодец, выиграл. Молодцом. Так, следующий у нас это, получается, 3 место. Александр Калюжный. Так, что-то у нас, смотрим, группа, Миронов есть. Репост сделан, на страничке, наверху, молодец. Крутая фото. Да, я как нажму, а? Да я. А что, я уже... Всех? Ну, я в 5, видишь. Тут вот это надо сейчас посмотреть, если страница фейковая. Сейчас Дашенька решит, будет ли считаться этот страница. Возьмем, возьмем, конечно. Будет считаться? Ну-ка, что там у нас? Покажи. Сейчас. Он смотри, сколько твоих фотографий, он тебя любит. Он обожает тебя. Где одна фотка моя? Фотографий нет. Фотографии какие-то, блин, группа. Чтобы получить приз от меня, нужно, не знаю, нужно согласиться на мои дурацкие конкурсы. Дашенька, будем отдавать вот это? А что у нас, там репосты нет или что? Есть репост, есть вступление в группу, нет фотки. Ну, он стесняется тебя. И нет вообще фото. А сколько у нас? 2 друга есть общих, зато 106 друзей у человека. Ну, нет фото, ну, стесняется. Ну, или бизнесмен какой-нибудь. Ну да. Отдавай. Ладно. Илья, Дашенька, тебе повезло. Ты, у тебя 2 место. И 1 место у нас куча протеинов. Это Арсен Гафаров из Киева. Не знаю, как тебе в Киев там будут отсылать протеины. Добавим друзья Арсена. Сейчас поглядим. Вот у нас сверху висит репост. И чё? О, молодец. И в группу вступил. Отлично, отлично. Это не был фейк, они говорят, что это фейк, Сереж. Тот чувак. Какой?
Вот тот парень, которого я типа говорю, давай, давай. Да, вроде не фейк. Нет, ребят, это не фейк на самом деле. То, что люди не выкладывают свои фотографии, может быть, надо к друзьям к нему добавиться. И обычно фейки это те, которые у нас... Это не фейк. Друзья, которые много постят. То есть страница, которая сделана для репостов, это да. Все? Давай, я тебе подожди. Он чуть причесал. Давай я тебя сниму нормально. Че, как ты меня? Да, ты правда сними. Ну вот. Все. Снимай. Снимаю. Давай. Оп. Ты такой красавчик, боже мой. Друзья, хорошего вечера, ночи, участвуйте в конкурсах. Скоро надо будет снять новые новости, и там будут также репосты. И поговорю со спонсорами, может быть, будут такие же призы. А призы-то были не хреновые, если так прикинуть. Тысяч, наверное, на 25-20, наверное. Ну, протеина, да. Ну, залез сколько коробок. Ты сейчас 25 тысяч разыграл? 20 тысяч, примерно. Ну, протеина сальская. Ребят, сделай конкурс когда-нибудь попозже. Все, ну что, давайте. 5? Гош, значит, хватит. Примерно 5, наверное, тысяч, потом 4. Ну, все, давай прощайся. Все, всем пока, всем мир. Его я не знаю. Подпишись на меня! Пошел отсюда! Эй, ты подпишись на меня! Не подписывайся на него. Принц Георгий, быстрее! Все, щелчок и давай, бай. Бай-ка.